Так, ну вот они едут, красавчики. Мне важно все собрать, понимаете? Я понимаю, да. У вас эти звонки идут уже постоянно, ложные. Ну, что сделаем? Вам объясняют так, что поступают они периодически. Мы-то что сделаем? Мы должны на это реагировать. Но здесь же вообще никого не было. Вот ваши сотрудники стоят, там две машины. Только что подъезжали. Люди, у нас же бдительные люди, сами знаете. Да. Проезжающие машины, они могут по машине проехать. Забирают нас. Вы же знаете сейчас, что будет, правда? И мы знаем, что будет. Нам важно все собрать, чтобы потом мы не писали вам опять эти заявления. Я понимаю, но это поэтому и говорю, что... Ну, сейчас ничего не происходит, понимаете? Две недели назад точно так же забирали. Я не знаю, к сожалению, две недели назад у меня не было, либо, к сожалению, либо к счастью, я не знаю. Так как и вы, и я все прекрасно понимаю, торопиться тут некуда, понимаете, в чем дело? Никакого преступления не происходит, никакого преступления не происходило. Понимаете, это либо ложные вызовы у вас постоянно идут. Это я не знаю, ложные они или нет, но они поступают. Что было бы? Ну да, если вы утверждаете как ложные, то они бы более чаще поступали. Ну как, куда уж чаще-то? Раз в две недели. А что? Это много? А я что, думаете, немного, что ли? Можно сказать. С учетом... Андрюха, грузи пока вот это все, багажник. Да, туда там, да. А я портрет пока соберу. А по 02 был звонок или какой? А во сколько? Тридцать минут.
Так. Это ведро надо взять. Обязательно. Ставь сюда все. Свечки, конечно, обязательно. Да нет. Сгорим.